Штатная численность работников Назаровской районной больницы, врачей всего у нас по штату 17 положено, занято 11. Фельдшер по штату у нас 18, занято 15. Остальное вакансии. Медсестры в участковых больницах по штату 71, занято 51. Амбулаторная помощь оказывается во всех структурных подразделениях. В 2021 году план выполнен на 110%, за 1 августа мы выполнили 100%. Нашим жителям доступна та же самая медицинская помощь, что и жителям других населенных пунктов. На сегодня это было всегда. У нас есть договорные отношения с Назаровской районной больницей, с Ачинской межрайонной больницей, с краевыми учреждениями. К нам выезжает с краевой больницы маммограф два раза в год, и мы охватываем все население, они выезжают с территории, и мы таким образом можем женское население провести обследование 100%. Два раза в год к нам выезжает передвижной флюорограф Назаровской районной больницы, тоже он не только выезжает в малые населенные пункты, то есть по маленьким деревням. У нас заключен договор с лабораторией АБВ города Красноярска. Жители наши для сдачи анализов не приезжают в город. Все это берется на месте, забор крови, и нашими сотрудниками вывозится в АБВ. И дальше уже нам в готовом виде присылают анализы. Абсолютно все обследования житель получает на месте проживания в участковой больнице.